Ого, снегу навалило снова. Привет всем, канал Старик и Море. Фу, блин, очередной день мучаюсь с сараем. Так уж хочется курей, блин. Дрова выношу, освобождаю, мысли рождаются. Сделать полосу препятствий, да, блин. Туристы, что проезжали, отдыхали, спортом, так скажем, занимались. Маме привет. Доски я обязательно сегодня уберу. Обязательно. Обязательно. 100%. Ну, 99,9 миллиардных процентов. Миллиарды. Миллиарды, миллиарды, миллиарды алых роз. Из окна видит кто-то, кто-то. Короче, дело движется. Продолжаю. Фестиваль. Присяду, посижу. На пенечке. Середина дня. Передыхать. Решил, то есть передохнуть. Вот тут расчистил, видите, здесь, блин, колосники видно, колосничочки. Сейчас подброшу. Новички у меня прям тут под рукой. Буду подкидывать. Растоплю. Автоматом и самовар растопится, можно будет руки помыть. Такие дела. Эй, не смотри на меня. Шучу. Ух, я и шутник стал в селе. С малюнком она на стенах заварю, шучу. Такие мне нравятся, хорошо говорят. Плоские. Ну, посмотрим, понадобится. Я с утра ничего не бросал. Понадобится, блин, бумага или нет. Извините, или так разгорится. В общем, это только экспериментальным путем. Только так, 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 так. Что это у нас? Хворост. Воза. Навоза. Ого. Ой. В общем, бумажку я кинул, но она уже загасла. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Горит-горит моя звезда, звезда пленительного счастья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тахай. Хай сейчас стыть. Идем дальше. Кстати говоря, помидоры я посадил и укроп. Сейчас покажу эти, блин, рассадники. Еще, конечно, не зашло, блин, 2 дня всего прошло. Если вы думали, что зашло, то нет. Два дня только. Вот они, они. Ну, видите, земля еще, блин, сыроватая, ну, то понятно, полил же. В общем, в одном помидоры растут, а в одном укроп. Ну, так вот для салатика. А вот, знаешь, штука есть какая. Бамс.
для экономии. Вечером поджег себе и нормально. Хватейшн. Подкова на счастье лежит. Или на удачу. Кто знает, как правильно. На счастье или на удачу. Пожалуйста, пожалуйста. В комментариях напишите. Там лайки, дизлайки. Подписка, кто не подписан. Счастье канал. На удачу, может быть. На удачу. Подписочка на удачу. Короче, блин, все приветствуется. На комментарии отвечаю. Ну, в общем, отвечаю на комментарии. А это с ней можно сделать корону. С подковы. Ух ты, блин, тяжелая. Аж хрустнул, что а во лбу звезда горит. Картинку вчера рисовал. Ну, так вот, блин, чтоб навыки не терять. Художественные. Думаю, показать и показать. Удалять буду, не буду удалять этот кадр. Пока что неизвестно. Ну да, не знаю. Ну ладно. Обслуга, че как она? А, это не та картинка. Вот она, трактор, короче, нарисовал. Морду чью-то. Цветочек, горшочки. Тикток, Ютуб. Ну, я же как бы ютубовец. Как ни крути. Трактор едет, дыр-дыр-дыр. Дальше не помню. Чтобы вы не думали, что это я такой художественный занимаюсь, это я с книжки перерисовал, я вот вырвал. На Ростовку книжка была. Там много таких картинок. Тракторов старых. Вот такого есть. Трактор. Вот такой трактор. Вот такой бы мне, блин, хозяйство бы вообще. Я если полностью без топлива работал, без соляры. Вообще было бы, ну, просто неплохо, гениально. Такой вот трактор. У кого есть такой трактор, предложите, ну, если не задорого, вот такой или такой. А, мне просто человек, ну, короче, ладно. В общем, их дофига, трактористов. Это вообще вездеход мечта, блин. Ух, на раскопке. Вот это. Что тут пишут? Обменный фонд, что-то обменный фонд. Короче, я плохо читаю. Комбайн старого образца. Свободу Анжелине Дэвис! Кричат граждане. Как будто бы все сошли с ума. А я тут как индеец, блин. Рисунок большой. Я над ним работаю. Ось. Глазки подрисовал. Красненького добавил. Здесь зеленый, блин, треугольник стал зеленый. Елка. Елка, ну и типа травка внизу. Ну а там каждый сам себе может рисовать в голове, что хочет. Каждый сам себе в голове рисовать, что хочет.
Дыма немного налетело. Бумагу все равно пришлось подбрасывать. Бо не хотела гореть вообще ни в какую. Не хотела гореть. Включила нехочучку печка и все. Что поделаешь? Бывает такое. Как показывает мне практика тут. Можно закрывать, я думаю. Вот так, когда распаришь, потом закроешь, тяга, блин, подтягивает, оно там разгорается потихонечку. Это я информирую. Информация для тех, кто не пользовался никогда взрывной печкой. Вообще ощущения непередаваемые. Балдеж. Банька. А не, ну я так не делаю вообще, ну. Чуть-чуть для видео получилось. Кап-кап. Чего только не сделаешь, блин, для видео вообще. Сос, сос, кричал диспетчер. А он за топор схватился. Ладно, пойду в общем посмотрим, что в сарае. Что в сарае творится. Пирамиды строю. Передышка закончилась. Продолжаю работенку. Подготовка. К яичнице готовлюсь. Фу, блин, к яичнице. Ну да, к яичнице, в принципе. Немножко осталось. Тут осталось немножко. Опа, чуть-чуть, но. Вот вон свет, пожалуйста. Светло. Чуть-чуть. Тут у меня, в общем, один вопрос возник. Загадка такая. Я вот тут стою, оно шатается, как будто бы. Здесь продавилось. Как будто бы, блин, ну вы поняли. Как будто бы там что-то спрятано. Только что там может. Что ж там может быть спрятано? Ой, не провалится. О, вот, пожалуйста. Крышка люка. А куда она могла вести? Дело в том, что здесь такое здесь могло быть. Ну и там есть. Тут есть, вот она. Крышка. Сюда вторая может скрепилась, ну да, наверное. Вот этой не было перекладины, перегородки. А может и нет. А может, может это самое, как она. Может там что-то спрятано. А что ж там может быть спрятано? Короче, я, блин, у меня тут еще такая мысль. Это от вас, к вам просьба, пальцы скрестите. Ну, чтобы там такое было. Такое было, блин, спрятано, спрятано. Чтобы уж поделиться мне захотелось с кем-нибудь. Кстати, вот сюда я толком еще не лазил, еще слазим. Что там, блин, ну, мне страшно было туда залазить. Там сено нафига, думаю, блин, змеи всякие, блин, мыши, там всякие зверьки, о, ули, или что это, ой, лучше его не трогать. В общем, работаю дальше, вечереет уже, солнце садится, скоро будет темно, темень наступает, темень подходит. Ко двору, к сараю. Биржа труда какая-то валяется. Я вот это думал, улей. Это не улей, это петля. Не лезь в петлю, не лезь в петлю! Кричал сапожник. Чудило, блин. Ладно, работаю. Не переключайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь. Солнце не успело сесть. Ну, в общем, еще не потемнело. А первое помещение, первую комнату, блин, для курей, для своих будущих
Я уже освободил. Вот она как сейчас выглядит. Комнатка. Здесь так клеток, короче, понаделаю прям до потолка, до самого. Клеток, вентиляцию сделаю. Бройлеров буду выращивать. Опа. Останки ежика. Останки птички. Прям комплект. Я думал раньше, блин, откуда в сарае, блин, постоянно этикетки от конфет. А потом понял, разгадал эту загадку. Это белки приносят. Рядом же кладбище. Они на кладбище. Хватают конфеты, блин, люди оставляют поминать. Ух ты, ёшкин хвост. Какой белкин хвост, наверное. Никому не надо белкин хвост, можно брелок на ключи сделать. Красотища, блин. Красота. Солдатик. Ё-моё, у меня тут целый зоопарк. В этом. Ой-ой-ой, в сарае, блин. В курятнике. Целый зоопарк. Плиты. Плиты, плитки. Еще перо. Еще тут дофига перьев. Можно письмо написать кому-то. Кому-то-ка. Дофига этикеток. Хоть бы одну конфету оставила, белка. Стрелка. Точно здесь худоба была. Худоба. Вот это ж для корма, наверное. Я так думаю. А может, я ошибаюсь, может, я не худоба. То есть не худоба была. Ой, блин, чуть не упал. Прикольно получается. Такой на коридорчик. Еще не стемнело, как видите. Дровишек меньше. Как в лесу. Во дворе, как в лесу. Прикольный конструктор. Жалко даже и рубать. Тихо. Спокойно. Короче говоря, время подошло, подходит к концу. Видео заканчивается на этом. У меня бицак какой. Бревно натягал. С вами был Серега. Увидимся в следующих сериях сериала «Старик и море». Пока. Пока. Подпишитесь, 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 подпишитесь.